Перед тем, значит, это конкурс «Прокачайся», его проводит я, провожу, Илья Бендон, и egoscout.com. Или не ком, что ли? Короче, я не помню. Здесь все будет написано. Значит, смысл весь в том, объясняю. У нас здесь не УЕФА, блядь, и не выборы президента, блядь, и даже не Госдума, поэтому все будет без наебалово. Значит, групп набралось на заявках 50 штук. Вот, это слишком много, потому что ВКонтакте опрос можно пройти только по, значит, 15 групп, и все, не более. Мы думали с Женьком сделать, как бы, чтобы в одной группе было 15 человек, в другой тоже было 15 там, человек участников. Но, в общем, ничего не получилось, как договориться, потому что это реально 5 групп, это тоже очень много. Значит, и мы решили просто провести некий такой, как бы, значит, вот, вот в этой вот... в этой вот вазе душной, значит, голосование. Итак, здесь 50 бумажек, все охуенно просто. Мне никто взятки не давал, вот, ну, это не мое, вот, значит, и никто не звонил, чтобы приняли участие в конкурсе. Значит, голосование практически началось, все, 3-4, 15 групп. Первая группа, я без заморочек, значит, первая группа — это Evan Nate. Все, поехали. Первая группа Иванов есть. Мешаю. Все, все, все без наебалов еще раз. Повторяю, значит, извините, бумажка не та. Вторая группа у нас Eli Begets Eli. Значит, вторая группа есть. Еще одна группа. Еще следующая группа у нас. Алло, да. Кто это? Энтони? Кидис? А, нет. Слушай, Ток, привет. Red Hot Chili Peppers не будет участвовать в вопросе, потому что вы уже раскрученная команда. Все, пока. Значит, третья группа – это Sadness of Gaia. Вот. Так. Еще одна, четвертая уже у нас по счету. Группа... Never Opened Doors. Наверное, в честь Doors названа была группа. Вот. Значит, следующий коллектив Ether and Vodzilla. Это очень жесткая, думаю, какая-то группа. Вот, но, тем не менее, она уже пятая. Пятая группа есть. Пятая группа есть, значит, я ничего не отбираю, серьезно, я вообще даже нихуя не вижу. Значит, еще одна группа — это It's Coming, ну, что-то пришло, видимо. Вот, дальше еще одна группа участвует у нас в этой September Dead. September Dead, вот. Лучше бы декабрь, конечно, подох. Так, значит, группа Haze. Молодцы. Вот. Еще одна группа. Я на самом деле это мешаю, как бы. Вот. Потом еще одна группа — это и вот это сложное название, икона, что ли, что-то такое. Вот. Это девятая. Мы помешаем еще разочек. Что-то у нас с названием как. Еще одна группа. One State. Вон стоит. Десятая. И так осталось 5. Внимание, 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 осталось 5 групп. Мешаем получше. Мешаем все, что без наебалов было. Я ничего не знаю, так могу даже так сделать. Блять, вот. Завершилось, что ли? Или нет? А, нужно запикать. А группа Гараж. Все, следующая группа, значит, у нас участвует группа The Locks. Группа The Замки. Так, 12-я. Следующая группа будет участвовать у нас, она называется Red Fury. Вот, это 13-е, очень счастливое числишечко,
счастливая, мешаю, мешаю. Ты типа балуй, 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 но больше не балуй. Да. Следующая группа, группа Хер, но ее не будет. Это хуевая группа. Так, значит, я в нее просто вот. И группа Эффект Осени, это первое русское название в нашем конкурсе. Эффект Осени. Так, и значит, сейчас будет полный пиздец, и значит, это 15-я группа. Я думаю, уже все просто охуенно напряглись. Мне кажется, вот эта вот чаша должна сама по группе выкинуть, блядь. Ну, выкидывай, вот. И, значит, 15-я группа, все, барабанная дробь, пошли, поехали. О, хорошее название, From Sky to Abyss, видимо. Все, значит, 15 групп. Напоминаем, что голосование, сейчас все посмотрите видос, и голосование начнется, видимо, с завтрашнего, то ли вечера, то ли дня. В общем, как мы это все сделаем, вопросники, голосуем и в моей группе ВКонтакте, и в группе expert.com. Ну или просто там в студии графики дизайна Эксперт. Вот, значит, возможно, вполне будет и два победителя, а может быть и один, если будет единогласно. Еще раз, все добавляем весь контент, посвященный конкурсу, к себе в группы, все вот эти 15 отобранных, значит, коллективов. Вот, без этого контента, как бы, собственно, как сказать, то есть без вашего актива в этом деле, собственно, можно и проиграть, как бы. Подключайте друзей, там, не знаю, знакомых, подруг, добавляйте там, в MySpace, на ВКонтакте, в Фейсбуке информацию о конкурсе, чтобы за вас голосовали, чтобы выиграли. Вот. Напоминаем, мы выбираем самую качественную группу среди начинающих групп, которые можно сделать как бы оформление там, MySpace, то есть это будет призы в Photoshop. И плюс еще разработка логотипов, может быть какая-то помощь по дизайну. Вот, все это тоже будет известно через месяц, то есть где-то числа, наверное, 14. Ну, на 14 января, 15 января, вот мы узнаем победителя. Все, еще раз всем пока.